Шахтеры Луганска должны страдать. Башаки приехали. Вы рискуете своими жизнями для вашей же свободы. Вы говорите завтра. Они брали интервью у меня, у моих коллег. Значит, они все пообрезали, сделали с нас наркоманов и пьяниц. Мы в эфире заикаемся и говорим совсем не те слова, которые мы правильно ставили. Значит, наша задача в том, чтобы они опровергли все то, что они про нас говорят. Они на свою группу сейчас сами гонять полетели, да? Они сейчас объявили нас террористами. Кстати, заметьте, все. Это народ. Причем то это не активисты, это народ. Это народ. Я не активист. Какой активист? Телефон вернули. Жень, телефон вернули? Нет. И дозвониться он не может на этот номер. Когда вот это вот было, когда вы сказали, выкладывайте телефоны на стол и оставляйте на столе, и начали уводить. Он вернулся, телефон нет. Кто это сказал? Кто это сказал? Скажи мне, пожалуйста. Вот и посмотрите, как парень выбегал провокатора. Скажи, кто это сказал? Я не знаю. Ребят, вот вы говорите, я не знаю, я ничего не могу доказать, я просто знаю, что это было. У вас есть камеры на входе, на выходе и в помещении. Покажите видеозапись, где люди выходят с барсетки. Да, кстати, да, если элементарно. Можно. Вот, и вот обычно у вас охрана сидит. Да вы всегда врете, вы Максим, всю жизнь подожди, врете на телеканале ИРТА. Максим, всю жизнь хоть врете. Хоть правду показали за 3 месяца, хоть одну мы правду. Вам только что видеозапись ребят, показали, что ничего не было. Вы видеозаписи не верите. Вы здесь 20 человек заходили и выходили. Видеозапись мы вели, все показано. Показано было видеозапись, как мы заходили, ничего не было. А вы сейчас тут лжете. Так же, как и лжет весь ваш канал. Всегда. На свои. Главная просьба, прямой эфир в данный момент. Я думаю, что это решается. Я думаю, что мы, конечно же, предоставим им слово, потому что не в наших правилах отказывать людям. Сейчас, я думаю, что они погорят с нашим руководством и будет достигнуто какое-то решение.